Замена тяги. Сейчас, подожди, не лезь туда. Вот с этой тяги. Самое главное, чтобы ты на пальцы тракторе. Не перебил. Откручиваем колесо и будем его снимать. Поднимать лапой и снимать колесо. Что-то у меня там уже 10 раз. Нет, чуть-чуть мы будем. Сейчас-то записываю. Записывается? Да, да, да. Ну это вырежешь потом. Легко идет, но это. Да, сейчас маленькую. А. Маленькую. Будет колесо снимать. Так, гаечки по порядку желательно. По порядку, да? На склад. Откуда начнешь? Ну, не знаю, не знаю. А что, он на то не уходит, чтобы она же входила? Нет, чуть-чуть не уходит. Не знаю, я, наверное, не тут. Досочку, чтобы их на досочку складываем. Да. Так, мы с тобой ее покатим, и куда его покатим? А стойка нам не помешает? Нет, мы... а вот мы ее и надо навалить на стойку. Все, куча. Все, тогда вот с этой начнем, да? Давай, давай. Ну. Так, ну, так, так. Так, сейчас досочку. Почему против часовой стрелки? Вот, я не знаю. Потому что всегда так. Ну, чего? На часах-то по часам. Почему не сорвать? Ну, то вроде срывали. Значит, мало сорвал. А, ты вкусил уже, да? Все, все. Да еще чуть-чуть, ну. Ладно, стой, сейчас я буду заменять.
так надо, вот так. А, что, вперед, пошло. Я мотик. Все, убирай доску. Она мешает. Все, выкатывай. Выкатывай. Еще ты подожди. Все? Да, 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 понятно. Это надо было, рядом сломалось. Рядом сломалось. Она за что отвечает? Вот этот рычаг, который включает вал отбора мощности. Ага. Рычаг вала отбора мощности. Да. Да, Ваня, принеси молоток. Молоток кому-то давал, и кто-то тут не вернул. Расплинтовываем. Так, бери. Сейчас, сейчас, 5 секунд. И тут расплинтовываем, и она снимается. Да. Молоток. Ага. Так, а этим временем почистим резьбу. Смажем, ага. Чтобы она у нас в следующий раз лучше работала. Стояла. Надо ее не попутать, чтобы регулировку не сбить. Понял, да? Угу. Так вот у нас перелом произошел. Вот эту тягу мы сняли. Так и шплинт тоже, чтобы не потерять, ставили обратно. Обратно, чтобы не потерять, да. Теперь с другой стороны. Еще одну. Сейчас попробую достать. Так, это шпинтово. Ну, тут, собственно говоря, ничего не видно.